Арабы рождают детей. Мы делаем аборты. Мы каждый месяц платим арабам за каждого ребенка из Фонда национального страхования. Мы платим за каждого ребенка. Один ребенок – один чек, два ребенка – два чека, 10 детей – 10 чеков, 20 детей – целая подшивка чеков. Мы потеряли рассудок. Нам нужен национальный психиатр. И вот они растут. У них есть дети, а у нас нет детей.